Я вчера у нас в Киеве появилась такой хороший врач. Она постоянно делает диагностики. Она выпишет каждый человек там с утра до вечера, на какой час, какой БАДы надо выпить. Очень четко. Я тоже была там. Мне тоже выписали куча БАДов. Когда я сюда поеду, я тоже с собой. Потому что это надо вовремя выпить. По меридиану. Да, да. По меридиану. Да, 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 да. Вот это то, что поэтому сначала надо изучать, как узнать у людей, где проблемы. Потом уже надо изучать, что если у человека проблема, например, в почке, да, что вы можете предлагать? И в комплексе особенно, что не отдельно, потому что, я не знаю, вы знаете, там в Киеве есть такая девушка Маша, Мария, которая очень хорошо продает нормамас. Не знаете, да? Она каждый месяц продает 160 баночек. Еще она работает днем, вечером продает по интернету. А как она продает? Она предлагает, многие люди хотят похудеть. Она не только, дает тебе капсулы нормамаса, выпейте и все. Она дает целые книжки, инструкции. Как, что утром надо как, вечером как, днем как. Там что, хитозан надо добавить, или чай, или капсулы. Или потом кардицепс, да, чтобы люди не похудели, и потом здоровье потеряли. Поэтому надо выучить, как работать правильно. Никогда не скажите, что «О, у вас эта проблема, на, кушайте это еще». Надо подумать, для такой проблемы, какое в комплексе, если вы не знакомы, да, вы можете консультировать. У нас есть сайты, там есть PPT, там все рассказывает. Вы можете читать, или, я не знаю, у вас здесь врач есть, или у кого более имеет опыт медицинский, да? Они могут дать вам, например, антирубинный чай, или чай кукуа, или гречиха, что они имеют функции. Самое главное, что если у вас желание, что у нас для нас очень важно? Здоровье, правильно? Да, все хотят здоровья. Но когда мы уже в возрасте, мы уже постарели, и проблема точно появляется. Поэтому у всех в среднем возрасте уже у всех проблемы. Но БАДы именно для того, чтобы профилактика делать, чтобы люди еще не начали болеть, уже здоровые стали. Никогда уже такое, уже лежат в больнице, ты еще только начали выпить, а это уже поздно. Поэтому надо предлагать людям, что? Здоровье. А потом через это здоровье вы зарабатываете, и люди зарабатываете нормальные деньги. И благодарны вам за то, что вы им дали возможность, да, здоровья. Да. И большая разница, те люди, которые принимает БАДы и не принимает БАДы. Очень большая разница. В возрасте, в здоровье, в состоянии. Но в прошлом году, в конце, когда Нового года, да, у нас был конкурс лектора, у нас была бабушка 75 лет. Она еще читает лекции у нас. Каждый день ходит к нам в офис, каждый день что-то делает покупки, потом предлагает свои соседи там. Да, да, да. Ну, она хорошо выглядит. Никак не похожа на 75 лет. Да, да. Поэтому инструкции есть, и самое главное, что надо изучать. Лен, давай еще на ком-то покажем, чтобы как люди, чтобы нас, чтобы прибор... Таня, иди. Сейчас я встану. Можно? Ну что ты? Давай, 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 я согласна. А что? Снимай кольца, часы. Кольца, серьги, все снимай.
Ну, то есть сейчас попробуйте разобрать, Наташа, попробуйте. Надо потом передать это картинки. Много. Это лечь. Туда позже. Да. Сейчас я тоже снимаю. Так, пока вы рассказываете, чтобы поняли, потому что у вас этот прибор останется, и вам придется самим разбирать. Понимаете? Поэтому сейчас, вот кому делаю, тут говорите свои ощущения. Да. А, у вас все рабочие, да? Положите. Мы все рабочие. Мы все рабочие. Трудные. О, надо выделить. Сухо. Право ложится на прибор, а левое... Руки обязательно. С мылом. Идите помойте мылом, все. Нет никакой там чувства? Нету? У вас сильно выезжает. Да? Там сильно выезжает. Надо снимать иногда. Нормально теперь уже? Сейчас нормально. Да? Запомните такое ощущение, какие сильнее, чем это, значит у тебя уже проблемы. Что, не чувствуешь ничего, Ларик? Здоровье. Хорошо. Значит, здоровье, хорошо. Да. Бабе помогает. А здесь тоже ничего не чувствуете? Вот тут не. А, ну это тоже внешний. Все тоже. Да, чуть-чуть. Вот здесь, чуть-чуть. Здесь, да? Здесь, сейчас посмотрим, здесь что у нас проблема. Это у вас... Левая рука. Вот тут хуже. Это сердце и голова. О. Да. Потом желчный пузырь. Да, потом печень. Печень, да. Потом легкие. О. Хотела бы как мудрый. Да. Легкие, да? Наверх. Да. Ну, наши умы не тут все подряд, здесь? Так не может быть, чтобы что-то по одному. Ну, здесь и почка нормально, да? Оно все взаимосвязано, одно тянет другое. Одно не может быть. Смотрите, здесь еще надо, можно почка подтвердить. Все нормально? Нормально. Она партизана. Или это низкий мы поставили? Сейчас немножко слышу. Вот туда. Здесь, да? Да, немножко даже выше. Не тут, а немножко выше. Сейчас ничего не слышу. Слабо где-то. А, слабо, это можно не обращать внимания. Да. Не, вот перед чашками не заканчивается. Вот тут туда надо, точка. Да, это печень. Немножко, да. Да, это печень. Как раз движущая машина перевернулась, а там пыль замечила. Вот тут. Это сердце. Да. Да. Это же медик наш. Нет, так вы говорите, правда чем неправда? Ну да, профилактика нам. Ну, медицина профилактическая должна быть. Да. Борис, что значение? Чтобы мы на тебя равнялись. Да. Доктор должен быть здоровым. Хорошо. Медики. Где? Здесь или здесь? Там и там слышу. Ну это левый и правый. Значит, это и там, и там. Кто? Левое сердце и правое сердце. Это подтверждение. То есть вот это сердце... И это, да. И потом можно позвоночки посмотрим. О, здесь вот эта точка. Ну, это уже где там
Поясничный отдел. Да. Ну, поясничный, да. Так и есть. Да. Не, ну чувствуете же себя? Не, ну я чувствую. А какие ощущения? Такие головокалывания делают, знаешь. Как током бьет, меня током било когда-то. То есть, если нормально вот это проходит, никакой проблемы. Ты ничего не чувствуешь. А когда проблема, там уже и горло не такое чувство. Да. Ну, и лукавами тут ты делал, девочка. Ну, да, такое же самое, как она тебе это правила. Теперь там медленнее, кручивает. Да, да, да. Пока укрутит. Уже все. А здесь есть? Дали, ну, вот сейчас вот тут. Правее, вот туда. Да. Ну, это тоже печень. Печень? Да. Любимый орган. Да, вот это тоже как подтверждение. Если здесь уже печень чуть-чуть, да? А здесь можно печень. Да. Будем с интересом. Сердце, печень, почки, а потом все остальное. Вот, нету, да? Есть, есть. Вот, а вот, это вот. Доля сердца, это... Подтвердила. Да. Что в прошлом было, накопилось. Или первым разоружать? Не притворяйтесь, Лариса Васильевна. Девочка весна на одуванчике. На крапиву. И поросят. Да, крапива, кстати, очень полезно. Никогда нет, считаю, да? Крапива не горькая, а дуванчики горькие. Нет, это кровь растений. Вот на самом деле я просто проходили новые курсы, и оказывается, кровь растений – это хлорофилл. Вот этот вот. И структура крови очень сильно похожа на структуру хлорофилла. Там единственное, что меняется, там просто растений магний стоит, а у человека железо. И вот организм, приобретая вот эту структуру правильно, он в организме перестраивает уже, будет вместо магния железо, там 4 молекулы. Да, да. Поэтому надо кушать именно вот это, чтобы восстановить эритроциты в крови. Это мочевая система. Это самое главное. По-другому они никак не приобретаются. Только с помощью растений вы можете приобрести в кровь определенные эритроциты. Они там перестраиваются в организме, просто вместо молекулы магния вводится молекула железа. Хорошо. Так что это самая главная история. И вот как бы основном по добавкам там есть тоже структуры, там даже Руслан спрашивает, более точно знает, какие препараты подходят. Ну просто видите, вот этот прибор, чтобы очень легко вам определяли, ну, определите точно. Диагностировать, да. Попробовали точки, пришли, написали на листочке, открыли каталог, прочитали, что для чего, все, комплексы собрали. Сразу не будешь. Да, комплексы собрали. Да. Вот это сначала нужно много практика проходит, чтобы выучила, где что, и потом, да, на свои люди сначала проверите и предлагайте. Потом через месяц после того они кушали БАДы, да, еще раз проверьте. Если стало легче, значит, помогали. Ну, вы по себе можете определить. Да. Автоматически, да? Как вы наши антилипидные чай, если ты сейчас в больнице делали анализы, да? После выпить чая, антилипидный чай месяц, ты еще раз сдаешь на анализы, и там состояние улучшает. То есть вот люди так подтвердят результаты. Да, да, да. Так, ну вы будете потом с этого, попробуйте, чтобы просто, Наташа, идите, попробуйте. Сейчас попробуйте. Все, ну, я пока только вот требую. А потом с Леной разберете, чтобы просто... А потом уже желающие. Да, ну, чтобы понять, что я думаю. Желающие есть много, хотим, но времени просто мало. Вот по времени мы все успеем потом. Нет, вы сейчас попробуйте, нема. Какие ощущения, как это чувствуется. А потом, да, ну, чуть-чуть там, но... уже с Линой разбирается. Нормально, нема тут проблем. Какое время было это? Нема, тишина. Тишина? Мы тогда до Леночки прилипнем. Не сухое, наверное. Значит, сухое. Вечером будете проверять. Ну, ничего, она терпеливая. Выдержит. Еще нет? Просто этот прибор позволит разобраться в своем организме. Не надо, у тебя такой терпеливый. Болит сердце, а может там проблемы не сердце? Ну то конечно. А если вы там болит сердце, а потом проверяете, болят почки? Чуть-чуть похоже. Надо же все вместе. А здесь и нету, допустим.
Потому что здесь надо искать ваши точки. Почему я не могу найти? Есть. Нормально? Ну, запомните такое ощущение, потом уже. Тут тоже. Пошло. Здесь, тут. Это печень. Хорошо. Время добрых. Да, в нашем стране. Подпомощник. Это вы знаете, что? Ох. Стрельнул? Ох. По заказу. Вот это же сильно. Да, сильно. Что да? Ты морозный. Мы же бабки, вы же так сильно, что как ваши. У нее могут руки не рабочие. Мабуть, и зменшить цей. Силу тока. Это водка. Ой, а что ж ты такая все? Как это левая. А здесь? Здесь нормально? Да. Значит, правая нормально, а левая проблема. Есть. Левая полика проблема. Чувствуется хорошо. О, а что ты так? Поменьше сделай, буду ахтать зараз. Что это? У мене ж не було. Да. Вот это может быть это... Можно зробити не меньше. Или камни. Зробіть менше. Людей пугати. Не хочете тут приключити трошки? У нас у всіх, чому почки больні, бува не вода. Врачо, да? Ну так чувствую, що є. Гранітні щити. У мене стоїть на гранітному щиті кривенська. Це щитовидний, може? Є. Щитовидный, да? Но это серьезные, потому что у вас сильные такое выражение. Вот тоже я взяла два, я думаю, ну то поможем. Уже меньше будет. Здоровее, да? Так все было. Нет, ну в смысле меньше. Перестала бадать и уже никакая. Отложение вообще банки есть или это желудок? Корка очень сильная. Там прямо налипает. Верхний час. Согласна. Согласна, да? Очень помогает это у нас. Нема. Вот трошки есть. Ну, это тоже печень. Здесь и подвергает. Понятно. Тут тоже есть. Так, спочатку есть, потом нема. Ну, это тоже сердце там. Ну, то понятно, что здесь женщина уже сердце шеи. Да. Все, тут так ощутимо, но не сильно. Да, да. Не очень сильно, да. Ну, то есть на месте все будем вожать. Тут тоже все хорошо. Значит, у вас позвоночки хорошо. Ох, пошло. Ох, есть. Позвоночник не может менеджер хороший. Да. Вот это где-то... Есть, да. Шейный отдел и грудной. Да. Тут ось пришло, да. Есть. Это уже вниз. Ну, понятно. Да. Спасибо, Людочек. Да. Те, что есть, есть на все стоп. Все угадали? Да. Ну, слушайте, это пока я еще не врач, поэтому то, что догадала, это все вот это просто по месту определили. Поэтому любой человек можно выучить и уже показать людям. Давайте. Ну, то, что слава ушли. Ничего абсолютно. Здорово. Нет, там сначала на ночь один, а потом будет. Да, да. Ну там поняли, там же по минуту дві подержат. Есть? Да. Вот потом что? Уже проверяют. Да, да. Шукаю автоматически. Ничего? Ничего. Да, нет. Уже 4. Есть? 5. Чуть-чуть что-то. Чуть-чуть, да?
вверху немножко, если все. Ай, ясно. Вот тут чуть выше. Это печень. Печень? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это что у нас? Ай-яй-яй. Потом спросили их. Да будет ай-яй-яй. Ай-ай-ай. А это почка левая. Почки дают себе знать. Ай. А это сюда видно. А! А было такое серьезное. Секунда. Там где проблемы, там же ниже. Чуть-чуть что-то. Чуть-чуть, я это ничего. Самый главный такой. Ай. Вот это. Нет, это просто воно йде по точкам. Вот тут немає, а тут тебе є. А тут тебе немає нічого. Значить, тут проблема. Проблема. Воно доходить до тієї точки. Десь вже нічого. Ай, печень. Це печень. Да. Щиплет. Ух! Там, в неї тут нема, а в неї тут, тут ай. Пішло вже. Це да, серце. Серце? Да, чуть-чуть. Там куди-то випадуть, бідра не їсти. Дуже боюсь лікарні, страшно. Зачем лікарні? Там не лічиться. Надо б довго лічити, а не лікарні. Одне по друге покоління, так що ай. Не вилізає. Що у нас там? Ну, скільки це прибор коштує? Какой пальці? 200. А срок годний? Ну, це кашля, я не знаю. Власне, кашля. Медики меняються. Батарейки поменяли. Такое место даже не указано. Значит, надо еще изучать. Срок годности нема. Нет. Ай. Нема. Срок годности нема. Еще и двигатель. Будете открывать отделение и... Ну, это почка. Удобный такой взял, чемоданчик. Ну, здесь уже не... Здесь и скажет, левый или правый, а это уже... как китайская медицина, то слабость, да, слабость у почки. Да, ну почки не беспокоят. Да, да. Или кто-то сразу хочет быть монополистом, взял себе и все, и дома назначает стрижку. Запись каждый день. Сначала надо друг на друга разобраться. Любая людина может разобраться, только понять да, принцип. Да, практику надо выйти себе. Так и переполнишь, ему тоже треба дома. Париж зло хороший. Спасибо. Пенси дай давай, чтобы ты попробовала, чтобы... Да, да, вы всех мучите, а мне... Сердце, почки, щитовидка. Ну, вот это все. Я думаю, теперь...